Всем привет. Я не могу найти машину. Сдала сейчас тест на коронавирус. И хотим сделать так, чтобы результат был быстрее. Еще нужно сейчас там что-то госуслуги подтверждать. Короче, полный бред. Но анализ ждать целый день. Поэтому будет очень интересно. Я очень хочу спать. Я забыла, когда я последний раз вставала в 7 утра. Просто вообще капец. У меня вот муж, он может не спать всю ночь. Он сегодня даже не спал, ему все равно. А я вот, мне кажется, я всегда хочу спать. В общем, сдали мы анализ этот ПЦР. Будем ждать результат. Надеюсь, все хорошо. Скажу честно, я простудилась именно за 3 дня до перелета. Это просто мое везение в жизни. Надеюсь, это не коронавирус, а просто простуда. Но сегодня я чувствую себя лучше, а последние 2 дня я просто была как овощ. Поэтому прям очень страшно, какой будет анализ. Просто очень надеюсь, что все хорошо. Мы попросили, чтобы сделали анализ побыстрее, потому что, ну, хочется удостовериться, что мы успеем улететь, потому что через день у нас уже вылет. У нас бесилки. Обработала собак каплями. Завтра уезжает на дачу на 2 недели. Я решила каплями обработать. Кьюти бесится. Обтирается во все. Это бесилка? Маечку я одела, потому что у нее... Чтобы Бетька не слезала, Бетя у нас любит такое дело. Кусать всех, лизать. Ее тоже обработала. Хорошо, вроде она переносит. Тест на ПЦР мы получили уже сегодня. Все хорошо, мы здоровы. Поэтому все в силе. Завтра буду отвозить собак. Мои собаки будут жить у 2 мам и у 1 бабушки. Кому-то по 1, а кому-то сразу 2. Корм собрала. Завтра буду еще амуницию собирать. Вот здесь все по мешкам, по баночкам. Для девочек, для мальчиков. Поедешь на дачу гулять? Гулять поедешь? Еще мы возьмем лежанки, игрушки и рулетки. Сейчас я оформляю кучу посылок. Мне нужно отправить много заказов завтра. Вот, чтобы успеть отправить все моим любимым клиентам. Но во время моего отдыха у меня есть кому отправить, так что посылочки тоже будут отправляться. Никаких проблем в этом нет. У меня всегда есть помощники с собаками посидеть, посылочки отправить и все решить мои вопросы онлайн. Да, Бетти? Бетти, будешь мне звонить? Жалко, конечно, расставаться с ними. Я не знаю, как я буду вообще без собак, потому что, блин, я 7 лет с собаками. И как бы на отдых мы еще не ездили. Ну так, на недельку, так и столько мы были. Были моменты, когда у нас неделю дома не было. У нас еще не было 4 собак, и было только 2. Бесится. Бетти, давай не будешь играться. Капельки надо, чтобы подействовали. Ты как веретено. Бетти, шинка. Бетти. Сейчас буду купать еще пацанов. Они у меня просто как кусты какие-то. Надо их привести в порядок, прежде чем отправить их на передержку, так сказать. Да, да. Мои клиенты уже готовят, мои пушистые клиенты уже готовятся к зиме.
У нас уже стали поступать зимние комбинезоны. Уже планирую заказывать обувь. Уже просто требует с меня зиму. А сейчас август, еще 40 градусов у многих, но уже готовимся к зиме. Уже наши красивые комбинезоны снова стали появляться в наличии. Ну и самое ходовое — это худи сейчас. Кто-то вот беленькую заказал, вот красненькую. Шапочек еще в этом году не было. Вообще такая красота. Мне очень жалко расставаться со своей работой. Я очень люблю заниматься своим делом. Это мое хобби, потому что я очень люблю собак, все, что с ними связано. Я правда буду скучать вот по этому всему. Чаки приехал на передержку, будет жить с котом. Памперси. Довольный. Чего ты, сейчас он придет? Все, наши девочки собрались на дачу с приданным. И так каждый пес. Ну не плачь. Чего ты плачешь? Ну? Да ты чего боишься-то? Он же машину заправляет. Бюся. Что же с тобой будет, когда ты узнаешь, что мы тебя оставим? Йося. Все. Дурында. Пойдем. Все, ты, Йося, скучать будешь? Скучать будешь? Да? А где Бетя? Бетя, Бетя. Завтра будете гулять. Сегодня все сырое. Юся. Ну куда ты? Остаемся мы дома с тобой. Они уезжают. Маркус. Маркус у нас поедет к бабушке жить. А, Маркус? Все, она обиделся, смотри.